Дмитрий Евгеньевич, Сергей Владимирович, просим вас подойти к экрану и запустить процесс создания снежинки, символа новогодней столицы России в городе Новосибирске. Друзья, это не просто снежинка. В ней тепло сердец каждого жителя Новосибирска. Эта снежинка и есть наш город. Душа города в одной снежинке. Я благодарю всех тех, кто помог реализовать этот замечательный проект новогодней столицы. Состоялся замечательный проект. Замечательный во всех отношениях. Мы увидели всю Россию в нашем любимом Новосибирске. И давайте передадим горячий привет из нашей холодной Сибири, с нашей прохладной снежинки, но горячий привет городу Суздалю. Я благодарен Новосибирску, что в этом планшете я увожу уникальную вашу снежинку, согретую теплотой ваших сердец и радостью ваших улыбок. Мы благодарны за эту эстафету и что в следующем году мы можем приглашать к себе россиян и, безусловно, любимых новосибирцев, чтобы вместе спраздновать 2024 год.